9 сентября стартовали выборы депутатов Законодательного собрания края 7-го созыва. Голосование будет проходить в течение 3 дней. О том, как прошел первый день выборов в нашем районе, смотрите в первом материале выпуска. В первый день голосования участковые избирательные комиссии начали свою работу с 7 часов утра. До открытия участков были сверены все необходимые документы. Членам участковых избирательных комиссий выданы под роспись бюллетени и списки избирателей. В присутствии наблюдателей проверены и печатаны урны. Когда все необходимые формальности были выполнены, ровно в 8 часов утра 9 сентября выборы официально стартовали. Так, уважаемые участники, у нас всего список избирателей 1775 человек, и 2 человека у нас по заявлению голосуют на нашем участке. Сейчас 8 утра, предлагаю приступить к голосованию. Сразу после открытия на избирательный участок 4265, расположенный в здании 6-й школы, пришли первые избиратели. Жительница поселка Совхозного Татьяна Гарипова привела с собой внучку, чтобы на собственном примере показать подрастающему поколению, как важно участвовать в жизни своей страны. Я всегда хожу на выборы. Ну, это наш долг. Мы хотим, чтобы все в жизни изменилось. Надеемся на власть, надеемся, чтобы все было хорошо. Одним из первых на своем избирательном участке проголосовал и глава Славянского района Роман Синеговский. Выборы будут проходить в течение 3 дней – 9, 10 и 11 сентября. Жителям Кубани предстоит принять важное решение. Своими голосами они определят состав депутатского корпуса Законодательного собрания края 7-го созыва. Избранные парламентарии будут работать в течение 5 лет, определяя будущее нашего края. Поэтому голос каждого кубанца очень важен. Голосование – это мой выбор, я должна его показать и рассказать. То есть я участвую в истории и политике своей страны. Сидеть дома и переживать о том, что будет, и при этом ничего не делать, и ждать, что что-то будет меняться? Нет, конечно. Нужно действовать, активно свою позицию выражать. Я работаю воспитателем, воспитываю поколение новое. Если я не буду активным гражданином, как же буду я требовать от детей, от своих воспитанников? В нашем муниципалитете также проходят выборы глав 4 сельских поселений – Анастасиевского, Протокского, Рисового и Голубой Нивы, а также дополнительные выборы депутатов городского и районного советов. Многие славянцы решили сделать свой выбор именно в первый день голосования, чтобы не откладывать столь важное дело на потом. Впервые голосующим избирателям по традиции вручаются подарки. Решил попробовать. Все в первый раз должно быть. От нас, от молодежи зависит будущее страны, станицы. Кому не безразлично все это, должен ходить. Для голосования в Славянском районе подготовлено 68 избирательных участков. В случае, если по состоянию здоровья у вас нет возможности прийти на свой избирательный участок, вы можете проголосовать на дому. Для этого необходимо позвонить в участковую избирательную комиссию и оставить заявку. Все избирательные участки будут работать с 8 часов утра и до 20 часов вечера. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».